своим ехать, светиться еще. Включать не надо. Я тихонько подъеду сейчас. Что творишь? Что ты раз сказала? Пожалуйста, не отходите, уделите ему полчаса, назовите данные и все. Что тут напишите, я не знаю, что тебе будет писать. Здесь были вы, когда мы пришли, правильно? Все были. Согласно закону о милиции, вы должны представить. Я такая-то, такая-то, проживаю там-то, там. Я объясню. Я пишу перечень спиртных напитков. Спиртных напитков. Сказали все. Что это?
Лицо ваше нет, а из ликероводочные нужно снимать. Общественная организация нашего дома. Юрас. Да я поснимал так, по чуть-чуть. Девушка умная оказалась, говорит, что ты меня снимаешь? Я лицо не снимаю. Чтобы попасть в туалет, пришлось раскручивать замок. Значит, вот двое понятых, в присутствии которых вы отказываетесь от подписи в объяснении, правильно? Да. Где? А где они? Мы там находились. Зовите, куда хотите отправиться. Можно причину узнать? Ну вот мы приехали, вот я... Егор!
Понял? Слушай, не блядь. Короче, жестко. Завтра они тоже почитаем. Я так думаю, послезавтра мне опять на пресс-конференцию. Обама столько конференций не дает. Ну да. Вообще, самое главное, царям вся вредность молоко отдавать, да? Ну, прикол в том, что тут нестандартная ситуация возникла. Барменша отказалась от стойку предоставить, да, там все вот эти дела. И подписывать там все. Осмотр барной стойки. А что, Саня, не имеют права печатать его? Нет. Нет? Нет. Ну и все дело затянулось и осложнилось, оказывается, этим. Ну а дальше, как бы, маемо еще маемо. Ну, как бы, конфликтная ситуация назревала, молодежь начала там. Ну да, это тоже, как бы, подмога, как бы, ну, была. Не, они просто через 102 вызвали, то есть. И тоже долго, да, 102 реагировало, даже на своих? Да. То есть это не граждане вызывали, а сами работники милиции себе вызывали. Да. Как бы, как это, укрепление? Подкрепление. Ого. Интересно, интересно. Не, ну тут не подкрепление. Дело в том, что мы задерживать не имели права. Допустим, это ну, группа, кого? Мобильная группа, вот эта, что мы приехали, да? Mm-hmm. Она задерживать не имеет права. На это есть наряд, поэтому они вызвали 102. Ну правильно, чтобы они задержали. Да, чтобы они задержали тут. И чтоб потому что Дадон начал уже переживать, когда эти начали там молодежь кричать. Он говорит, звони 102, вызывай группу, потому что... Кстати, а вот это вот, короче, по игре, ну, по бильярду тоже там какая-то лицензия нужна? На бильярд? Да, тоже, да, это какой-то игровой прикол? Да нет, ну, услуги. А, то есть бильярд не писали именно по бильярдному бизнесу, ничего не составляли? Не, только чисто повод. А, понял.